Прикольно. Ой, кабинет, зайдите. Вот они, наши дети. Вот это последствия ядерного полигона. Видите, дети у нас. Они у нас. Видите, ноги, крючки. Дети, они практически обездвижены, можно сказать. Это все, это последствия, они через 10, через 15 лет, все это еще будет сказываться. Последствия полигона. Ну, мы так считаем, наверное. Дети поступают и с такими вот нарушениями. Это вот у нас Жан Турганова, Жан Сая. Ой. У нее тоже детский церебральный паралич, у нее родители есть. Она ребенок с дома. Это уже почти второй год она здесь. Тоже отказной ребенок с дома малютки Семипалатинска. Вот находится уже здесь несколько лет. Ребенок тоже ДЦП, у него нижние конечности не работают. Самостоятельно ребенок сидит, передвигается, как бы ползая только передвигается. Самостоятельно кушать не может. Тоже вот постоянно уход нянечек нужен ему. Возможно, здесь очень много факторов. Возможно, это из-за полигона, возможно, это из-за здоровья матери. Возможно, это хронические болезни родителей. Это может быть и алкоголизм, и наркомания. Вот это все. Ну, у некоторых даже может быть генетическая какая-то предрасположенность. Но генетика в основном это вот связано с полигоном, с этими, с ядерными испытаниями. Моя любимая дочь. Никитина Руфина. Я зовут. Привет, привет, скажи. Поздоровайся с дядей. Что? Поздоровайся. Привет. У нее умеренная умственная отсталость, болезнь Дауна и еще врожденный порок сердца, тетрадофало. Самый тяжелый порок из врожденных пороков, среди врожденных пороков. Синий тип. Вот именно у нее, вот видите, у нее нос, губки, ногти, все. Вот синюшний цианоз идет, потому что кровообращение нарушено. Конечно, ей можно было сделать операцию. Сделать операцию, она могла бы более-менее полноценной жизнью жить. Конечно, она бы уже не стала совершенно умственно развиваться дальше, но, по крайней мере, она могла бы расти. Сейчас этой девочке уже 14 лет, а с виду ей не скажешь, потому что она не растет, потому что идет постоянная гипоксия организма. Они себя считают нормальными детьми, потому что здесь все дети такие. Сейчас уже, пока я здесь не работала, я даже себе не представляла, что так много детей больных именно этой патологией. Я знала, что есть такая патология, что, по крайней мере, у меня очень редко они встречались. А когда сюда пришла, когда я увидела такое количество больных детей, же действительно, проблема очень серьезная. Это проблема здоровья, это проблема будущего населения. Как-никак они же дальше будут расти.